Драматические театры Республик Северокавказского федерального округа, Южной Осетии и Абхазии примут участие в 9-м международном фестивале национальных театров «Сцены без границ». Он стартовал сегодня во Владикавказе и продлится до пятницы. В рамках фестиваля покажут 8 классических спектаклей на национальных языках, а еще для участников и студентов республики проведут творческие встречи и мастер-классы с режиссерами и актерами. Организован культурный форум Министерствами культуры России и Северной Осетии, Союзом театральных деятелей России и нашей республики. Как отмечают организаторы фестиваля «Сцена без границ», это уже традиция. И основная цель – не просто демонстрация актерского и режиссерского мастерства. Главное – дружба между театрами всей страны. Вместе, скажем, раньше были и комедии привозили, такие бытовые комедии. Мы привозили, что полегче, чтобы выехать в чужую республику. А сейчас уже везут лучшие спектакли. Если к нам раньше группа приезжала 18-20 человек, то сейчас 53 человека, 40 человек, 44 человека. И это радует, конечно. Это очень радует, что они к нам едут, что они хотят показать себя. Это очень приятно.